Сегодня в Северодвинске прошло заседание по проекту «Агломерация Большой Архангельск». Экономическая коалиция 4 муниципалитетов Архангельска, Новодвинска, Приморского района и города Корабелов обсудили вопросы по развитию своих образований. Подробнее Александр Князев. Организовать общую систему проезда по межгороду – одно из предложений, которое заинтересовало участников заседания проекта «Агломерация Большой Архангельск». Северодвинск, Новодвинск, Архангельск и Приморский район – 4 муниципалитета, которые готовы развивать свои территории сообща. Каждое муниципальное образование самостоятельно будет предлагать, какие сферы совершенствовать. И каждый участник агломерации берет себе те дивиденды, которые он себе хочет взять. Не хотим брать риски, не хотим ненужные проекты брать, давайте мы их не будем брать. Для муниципальных образований приоритетными являются сферы туризма, транспорта и ЖКХ. В рамках агломерации города будут рассчитывать на финансирование из федерального бюджета. Что такое агломерация? У меня все-таки это развитие. Я как бы более-менее производственник, я считаю, что в первую очередь нужно развивать производство. Получилась достаточно острая дискуссия, потому что как раз задача любой муниципальной власти рассматривать любой проект такого рода, да? А что это принесет муниципалитету. Но как это отразится на тех людях, которые проживают? Проекту «Агломерация Большой Архангельск» уже 10 лет. Основная задача – помощь муниципалитетам в реализации своего потенциала, прежде всего в экономической сфере. Общие подходы и алгоритмы решения проблем могут эффективнее развивать каждый муниципалитет. Александр Князев, Владимир Богомолов, Вестник Северодвинска.